Слава тебе, Боже, да слава тебе! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 7 ноября. Память святых мучеников Авкта, Тавриона и Фессалоникии. Святая мученица Фессалоникии была дочерью одного идольского жреца. Получив наставление в христианской вере, она крестилась и сделалась истинной христианкою. Так что, несмотря на принуждение своего отца отречься от Христа и поклониться идолам, не послушала его, за что нечестивый отец, обнажив, бил ее кольями так сильно, что сокрушил ее ребра. Затем он выгнал ее из дому и лишил своего наследства. Так что она принуждена была жить вне города на скудные средства, данные матерью. Узнав о таком поступке жреца, два мужа, Авкт и Таврион, стали укорять его. Он же пошел к начальнику той страны и донес ему, что они вступаются за святую Фессалоникию. Начальник предал их за исповедание Христа мучениям, их били каменьями, ввергали в огонь и, наконец, связанных вместе бросили в озеро. Но святые мужи остались невредимыми. Тогда они были усечены мечом. Фессалоникия за Христово исповедание также была предана мучениям, от которых и скончалась. Тело ее было с честью положено в Амфиполе вместе со святыми мучениками Авктом и Таврионом. Богу нашему слава! Во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.